дальше. Купаются тут детский лагерь, каждый год крещение идет, кругом вода хорошая. Что, здесь становится или дальше? Вон, вот только стая поднялась. Дальше или тихо? Да, да, дальше, прямо. А мы были вот. Мы вернулись, это как полуостров, где мы были. Вот сейчас посмотрим, какая здесь работа, откуда белый. Мы лучше, Николай, может мы здесь остановиться? Остановись здесь тогда. Да, там сложно. Пойдемте лучше. На кухне, ну. Сушимся после обеда. Там Сергей Павлович пекет хлеб первый раз сегодня. Вот она откуда. Пекет. Хлеб? Учится печь хлеб? А под чьим руководством? Потаим? А руководителя нет? Ничего, справится. Видите, она как наклоненная стала. Надо этот берег поднять. Его вообще понятно. Ну, ширина вот там должна быть такая, примерно. То есть не та ширина, которая там размахнулась. Только вот тут ветки. А да, нормально, что же. Погоди, посмотрим, да? Вот, это мы уже 20 лет назад уже дозерели. Вода подпахивается. Вот что мы будем делать, сейчас покажем. Вот мы шалаш строили, Андрей, сколько выкосили здесь. Шалаш стоит? Стоит. Там, может быть, даже еще шире сделать. Мы досками регулируем подъем. Угу. Вот она вокруг сделана, они не размывали ничего. 20 лет все-таки стояло. Но это нам надо будет приподнять. Вообще плотину. Это остается на месте. Посмотрите, сейчас какую там землю можно. Это как все заравняется? Нет, нет, он сюда пекать-то не будет, он до сюда будет. До сюда? Все, а там-то с той стороны когда будет? А, оттуда? Нет, здесь вот как. Если вот так же, как вы досками сделали. Чтоб не... Чтобы сюда не засыпалось. Не засыпалось. Здесь все помогло. А, чтобы не засыпалось? Да. Тут, ну, а что, можно там деревья повалить? Вот они. Может, какие тут эти сделать? Щиты, щиты, щиты. Ну, это мы можем сделать. Щиты. Вон, посмотрите, вот до сюда вот он дошел. Вот, даже не до сюда, вот до сюда. Да. Это сторона. А здесь будет этот. Просто он подъехал, потом отвал. Отдельная куча, вот эта куча. Он когда уезжал, он отдельная куча натолкал нам на случай аварийный. Ну, да. Здесь он приготовит. Несколько сделок таких. Ну, она, вот она идет. Там еще не надо. Просто поднимаете, она маленечко будет поуже. Это никакой роли не играет. Она там. Это вот это. Закончили. И вот ей надо там будет пройти и сделать там вот что-то, ну, как продолжить. Потому что весной вода иначе уходит оттуда. Посмотрите. С этой стороны поднять, вон она совсем низко идет. За эти годы. Вот и сделать. Ширина-то ее какая? 3 метра. Это шире сюда делать. Больше сюда насыпать, правильно? Ну, потому что здесь там деревья сломают. Пойдем еще поближе, посмотрим. Вот, 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 вот. Вот, там есть слой, вода очень много уходит в спуском делом. Видите как? Это поднять, чтобы эта сторона была выше, чем так. Землю брать, вон она прямо отсюда видать. Вот эта вот дорога там идет. То есть насыпь была, по ней ездит, но она такая мертвая дорога. Тут уже, ясное дело, маленько осыпется туда. Ну, как по-другому? Никак.
Мы тут все отпилили, чтобы бульдозер не задевал. Ну, человек же здесь будет, который будет показывать. Человек же здесь будет, который будет показывать. Конечно. То есть вы сегодня сделали такой уровень, посмотрели мало, решили больше. Подняли. Видишь, вот это рядом. Я сказал, что этот столов гоняет. И там посмотреть надо будет. Какая она там ширина-то? Вот. Удавится. Все. Эта ширина-то такая, она не нужна нам. И там точно так же намного уже будет. Там брал землю. Была деревня, она. Вот если отсюда это брать, то ее надо будет приподнять. Иначе она вот она где правый путь был. Вот да, это вот засыпется все, это вот это место, то засыпется. Да. Но все равно. Проедем и посмотрим, там еще у нас там что можно будет. Вот там специалист. Был хороший пруд, думали дорогая. Надо понять, может быть, до колодец приехала, запретили. Кто-то понимает, это. Ну что понимаете? Там был пруд, рыба хорошая водила. Андрюша, ты потихонечку спятишь, прямо на здесь проедешь. Дорожка, прямо на лагерь.